Со школы пошел, начал заниматься баскетболом, пошел с ребятами попробовать, понравилось, затянуло. Я остался в баскетболе. Там пригласили профессиональную команду переиграть в Енисей. Самое главное – это терпение, трудолюбие и желание огромное. Тогда все получится. Тренер, он настраивает, мотивирует нас перед матчем и мотивирует всю команду так, чтобы вся команда выходила, побеждала. Каждый матч старалась на максимум укладывать на площадке. Побольше бы снимали про не только про баскетбол, а про личную жизнь с его друзьями, там, родителями, с детьми. После победы незабываемые ощущения, они каждый раз новые, чувствуется совсем разная энергетика, что ты можешь победить любую команду в этот момент. Земля уходит из-под ног.